Добрый день. Здравствуйте, Иван Никитович. Сегодня в гостях у труженика тыла Ивана Никитовича Андрей Иванов. Глава Одинцовского округа уже традиционно поздравляет ветерана с 75-м юбилеем Великой Победы и дарит то, что действительно нужно хозяину. На этот раз привез стиральную машинку. Как здоровье? Какая помощь нужна от нас? Пока ничего хорошего. Да, мы всем предлагаем побывать у нас в Перхушковской больнице. Специальные палаты сделали для ветеранов. Пройти реабилитацию. Перхушкой. Детство для Ивана Суворова закончилось рано, в 10 лет. Вместе с матерью мальчик выращивал овощи для фронта. Ряды вооруженных сил пополнил в 51-м. Тогда же принял участие в параде на Красной площади. Без дела сидеть не привык. На пенсию ушел в 97-м, но и после продолжает работать на благо деревни Хлюпино. Уже, правда, на общественных началах. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».